Чем ты оправдаешь трупы, которые оставляешь? А ты добрался сюда! Разрываюсь между восхищением и жалостью! Ты осуждал меня, Дженсен! Но посмотри, на что ты пошел ради спасения одной женщины! Такой потенциал пропал! Хотя, судя по слухам, ты мне и после смерти пригодишься! Единственный выход с базы через меня, Дженсен! Если бы я знал, что от тебя будет столько проблем, я бы не стал тешить свое любопытство.
Access granted. Чтобы ты не так сильно сожалел о гибели Кайт, скажу, что она вряд ли помогла бы тебе. Думаешь, мы слишком далеко зашли в нашем проекте? Но прежде чем судить меня, сначала спроси себя, как далеко ты готов зайти, чтобы спасти одну женщину? Твоя кровожадность прорывается, Джесс. Она берет над тобой верх. Если сообщить о тебе Намиру, он тут же прилетит сюда. Ты же знаешь Намира, правда? Он в некотором смысле ответственен за твою кровожадность. Еще в это замешан, Дженсен.
А Кайтнер я уже знаю. Но, сдается, мне тебе помогал. А ты добрался сюда! Разрываюсь между восхищением и жалостью! Ты осуждал меня, Дженсон! Но посмотри, на что ты пошел ради спасения одной женщины! Такой потенциал пропал! Хотя, судя по слухам, ты мне и после смерти пригодишься! Я даже хотел тебя нанять, но теперь я вижу, хорошего солдата из тебя не получится. Yeah.
Ты осуждаешь мои мотивы и методы, но посмотри на себя. Ты просто убийца, и только.
Позади, братан. Берг мертв? Я на ногах, а он нет. Отлично. Берга нет, и я смогу воспользоваться вакуумом власти. Возвращайся в грузовой отсек 2. Все двери отсюда и до платформы будут для тебя открыты. Последний раз, когда я там был, меня поджидали люди Берга. Их уже нет. Берг приказал им покинуть пост. Отлично. Вот только я ищу Меган Рид, братан. И не уйду, пока не узнаю. В этот самый момент к ней направляется корабль. Если поторопишься, успеешь на него. Друг. Квин? Боюсь, со стариной Квином произошел несчастный случай во время суматохи. Его больше нет с нами. Твой голос. Все это время это был ты. Кто ты? В данный момент у меня нет имени. Прошу прощения за ложь, но это лишь мера предосторожности. Ради твоей же безопасности. А Кайтнер? Она в курсе? Восприятие командира Кайтнер, как и твое, затуманено. Она видела и слышала лишь то, что должна была. Мне надо было добиться своей цели. То есть мы оба были пешками, только она мертва, а я нет. И какую же роль я должен сыграть в твоем грандиозном плане? Мы все пешки в чужом грандиозном плане, Дженсен. Но это не делает гибель ни та, ни менее трагичной. Однако, благодаря тебе, ее жертва не была напрасной. Доктор Кабанах спасена и направляется к пункту встречи. В свое время она расскажет всем правду. А заключенные? Ах да, заключенные. Кабанах на свободе. И очень скоро эта база попадет в международные новости. А до тех пор никто не знает, что предпримет Белтауэр. Но загнанный в угол бык может быть очень опасен. Нам нельзя тут оставаться, мистер Дженсен, если мы вообще хотим, чтобы вы отсюда выбрались. У меня еще есть вопросы к ним. И мне нужны ответы, настоящие ответы. Хватит этой чуши. Ты точно хочешь тратить время на болтовню, братан? Ладно, я отвечу, но не забывай, что тебе надо успеть на корабль. Кайтнер говорила, с ней связался агент Интерпола. Это был ты, да? Весьма проницательно. Когда я узнал о подозрениях командира Кайтнер и ее неподчинении Берку, я решил действовать. Лучший способ завоевать ее доверие – притвориться агентом Интерпола. То есть ты солгал? Так на кого ты работаешь? На обширную сеть независимых агентов, чья цель – выявить коррупцию и обеспечить естественную эволюцию человечества. Если честно, мы не связаны ни с одной глобальной организацией, но и не являемся их врагами. Официально. Врагами? Речь идет не просто о Белтауэр, верно? Ты говоришь о... Тех, кто дергает Белтауэр за ниточки. Тех, кто заказал похищение Меган Рид. Белтауэр наверняка уже выслал сюда целый батальон. Как ты планируешь сохранить все это в тайне? Надо признаться, Берг почистил все за нас. Запросив твое дело, он не удосужился объяснить, зачем оно ему. Видимо, хотел присвоить тебя себе. С того момента мы отслеживаем все входящие и исходящие сообщения. А изоляция позволила тайно установить маршрутизатор для перехвата сетевого трафика базы. Когда Белтауэр поймет, что что-то не так, будет уже слишком поздно. А как же остальной персонал базы? Большинство до сих пор считает, что Берг еще здесь.
Приказы поступают от его имени. Хотя на самом деле решаю все я. Кроме того, я взял на себя смелость оцепить этот сектор базы. На какое-то время мы в безопасности. Хорошо. Где Меган? Точно я не знаю. Но сегодня утром Берг приказал перевести с базы большую группу заключенных. Они якобы нужны для поддержки в другом тайном комплексе. Каванах сказала, что это только начало конвейера. Ты уверен, что Меган в том другом комплексе? В этой жизни ни в чем нельзя быть уверенным, Дженсен. Но это твой единственный шанс. К сожалению, грузовое судно с заключенными уже отбыло. Но я взял на себя смелость отправить от имени Берка срочный приказ остановить судно и дождаться погрузки еще одной криокамеры с заключенным. Вертолет уже летит за тобой. Погоди секунду. Я опять должен залезть в криокамеру? В прошлый раз ничего хорошего из этого не вышло. Понимаю, решение не идеальное, но выбора у тебя особо нет. Разве что можешь попробовать добраться туда вплавь. Надеюсь, на этот раз будет правильный корабль. Что-то не тянет меня сюда возвращаться. Не волнуйся, друг. Все будет супер. Я думал, вы, американцы, любите уходить навстречу закату. Готово. Как вы и приказали. Похоже, ты разочарован. Думаешь, надо было поступить иначе? Я думаю, у нас в руках был очень ценный ресурс, а мы его упустили. Он бы нам пригодился, учитывая грядущую бурю. Чтобы держать кого-то под контролем, не обязательно крепко сжимать кулак. У Дженсена сейчас слишком много проблем. Его одержимость рит. Только его там. Можно было сказать ему так. Он должен сам все узнать. Когда узнает, если ты в точности следовал моим инструкциям, мы очень легко его найдем. Если он на тот момент будет жив.